В Варгашинском индустриальном парке запустили строительство завода по производству габионов. Эта проволочная сетка необходима для фундаментов, строительства дорог и берегоукрепления. Через несколько лет завод даст региону 61 рабочее место. А с выходом на полную мощность будет выпускать 2640 тонн габионов ежедневно. И сможет наполнить российский рынок продукцией из отечественного сырья. Завод по производству габионов станет первым резидентом индустриального парка в Варгашах. Также здесь уже идет подготовка к строительству завода по производству стройматериалов. А летом в парке начнут готовить вторую площадку размером 17 гектаров. Подводить к ней сети и дороги, чтобы инвесторы быстрее могли поставить там свое производство. Площадка в Варгашах является территорией опережающего социально-экономического развития, что дает местным инвесторам право на дополнительные льготы. Кроме того, руководство региона занимается подготовкой молодых специалистов для работы на производствах. Хороших вам новостей!